переначалом данного видеоролика я хотел вам порекомендовать такой канал, как Mangust Fire. На этом канале вы найдете самый топовый контент по Free Fire, нарезки со стримов и стримеров. Пожалуйста, ребят, перейдите по ссылке в описании, подпишитесь на его канал, добейте ему 1000 подписчиков до конца этого года, пожалуйста. Вам не сложно? Ему приятно. Перейдите, пожалуйста, по ссылочке в описании и подпишитесь на его канал. Ну и теперь смотрим видео. Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании. Приходите, смотрите. Ну и теперь смотрим видео. Вот этого тоже пригласите, там есть какой-то кореец, японец, китаец, я не помню его ник, он прошел. А, Хаммер ни при чем был? Ладно, Хаммера сюда тогда. А чё проверку? Сейчас пройдешь, братан, пусть это камни приглашу. Хаммер, он обиделся, Хаммер. Это я при чем? Вы вот, что ты, то лайк, ну, блядь, из одного места, блядь, сделанного, блядь. Тебе сказал, забей хуй, блядь, на них и все. А то... Зайди, блядь, и завалите, блядь, заколебали, блядь. Что ты, что он, блядь, заходит, блядь, какие-то, блядь, один пруфы говорит, один какие-то, это не он, это он. Какой-то хипиш, блядь, наводите, тут сидите, блядь, заколебали мне ваши хипиши. Мне похер, это он сделал, что он уже заколебали. Идите нахер отсюда, блядь. Вообще в прямой эфир не заходите, блядь. Мне ваши, блядь, хипиши заколебали. Если это не он, блядь, иди у него отсоси, чтобы это был он, блядь. Не матерись, у тебя дочка спит, блядь. В больнице она. Да как не бойтесь, я целый стрим! Целый стрим молчал! Целый стрим! 3 часа не матерился! 3 часа спокойно стримил. И из-за лайка, блин, взорвался, блин. Еще, бля, под горячую руку Хаммер попался. Я наоборот зашел, сказал, Аза, забей. Типа, пусть они сами разберутся, а ты взял... Реально лайк надоел мне, отвечаю, бля. Вот эти интриги, это не он, это... Бля, пусть во всем разберется, а потом уже говорит. Да, он, блин. И Зюму не повезло. Я Зюма, он виноват, потому что он, блин, херню сделал, блин. Залетает, блин, видосики отправляет. Это он оскорблял. Смотри, он подписчиков оскорбляет. Я не знаю, это да, лайк. Это вообще Зюма виноват. Бублик, смотри, 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 Бублик. Мне без разницы. Ты это сделал, не ты это сделал. Что бы ни было, это с твоего аккаунта было, что ты оскорбил подписчиков. Они одинаковые. Пацаны, бля. А кто это? Лайк мой пупсик. Все, короче. Насчет принятия в гильдии, я не знаю, посмотрим, братан. Твой, блядь, брат вообще неправильно сделал. Еще раз, я сейчас, если хочешь, сейчас, если закончится у меня этот проверки, я тебя пущу против Марса, сыграйте, если достойно сыграешь, хоть проиграешь, достойно сыграешь, возможно, мы тебя возьмем. Если проиграешь крупно и вообще слабо поиграешь, то не возьмем. Все, договорились? Договорились, окей. Что тут происходит, блин? Нур, блядь, проигрывает опять или что? Какой Нур? Кого ты смотрел только что? Там пацан, который проверки проходил. Это серьезно? Что ну, тут пахан? Да, я отцом стал, братан. Салам алейкум, моему тиктоку. Алейкум ассалам, брат. Гара, спасибо огромное, братан. Я купил у тебя, пришел мало. Скинь ссылку еще раз в чат. Братан, а то, что пришел мало, я виноват? Во-первых, нет, не виноват, братан. А во-вторых, с удовольствием еще раз скину, братан. У тебя 500 лайков, братан. Ты говоришь, что у тебя мало пришло. Давайте я твой... У тебя обычно набирается 21 лайк. А видео, которое я пропиарил, набралось 500 лайков, братан. Давай я тебе твой другой тоже пропиарю, другой видео. Он думает, что там должно набраться 10 тысяч лайков. И 10 тысяч подписчиков. Вот ссылка, пацаны, залетите, поддержите его лайками подписки. Вот ссылку скину. Он тебя кричит. Бля, я не знаю, опять у него эти дни, блядь, заебал эта кошка, блядь. Я его повешу, блядь, один день. Кастрирует, это кошка даун. Алло, вообще-то кошек. Кошек тоже... Даун, блядь, кошек тоже кастрирует. Лайк пишет, я промахнулся, с кем не бывает. Я промахнулся, как Азам. Иди нахер, блядь. Даун, блядь. Не, ну за такие шутки. В зубах промежутки. Бублик.
Можешь в конце сколько заработал за один день? Обычно я зарабатываю по 10 тысяч, там 5 тысяч бывает, 10 тысяч бывает. Сегодня из-за того, что много людей донатило, поздравляло, из-за того, что Вайн Винит там 50к скинул, там еще кто-то, какая-то дочь, я не знаю, кто это. Может, это Вайн Винит? А, это Вайн Винит был? Прочитай я за все, что скинул там. Я же прочитал уже это все на стриме. Не, я читал, не, читал-то что, я голосую слушал, как он это говорил. Из-за того, что Вайн Винит задонатил, честно скажу, на этом стриме 100 тысяч рублей я заработал. Ничего себе. Это сколько бургеров? Ну, заработал-то что, блин, Вайн Винит, грубо говоря, все задонатил. Остальные тоже задонатили там. Ну, грубо говоря, Вайн Винит где-то 80 наверное, задонатил, а остальные подписчики там. Все равно, да. Ну, бля, это же не каждый день же я, бля, так зарабатываю. Я понимаю, если я каждый день, блядь, 100 тысяч зарабатывал, это бред, это невозможно. Если, прикинь, за месяц 3 ляма. Да, чисто азам. А если бы ты 3 ляма зарабатывал, ты бы мне дал денежку, брат, чисто. Если бы я 3 ляма в месяц зарабатывал бы, я тебе отвечаю, я тебя нахуй послал бы. Шучу, я реально, если вот сейчас у меня 100 миллионов долларов было бы, знаете, что я сделал бы? Ага. Разыграл бы. Пошел бы геймера его чпу. Вот представьте, чат, у вас 100 миллионов рублей. 100 миллион рублей. Что бы вы сделали бы? Только адекватно пишите. Я базу побрил бы на улице. Лайк, иди нахер, сиди, блядь, в своем месте, блядь. Месяц, блядь, сиди, блядь, внизу, потом поймешь свою ошибку. Потом поднимешься. А что? Три, он хорошо играет. Он замахал, он и ко мне на самом. Что играет, пацан? Хищика включает, блядь. Он хищник, блядь. Хищник, блядь. Шерлок Холмс. Лайку на лечение скинул бы. Маме отдал бы. Ну, 100 миллионов же ты маме не отдал бы, конечно. Ты отдал бы маме на хотя бы там 10 миллионов отдал бы. Зачем маме столько денег? Ей вообще такие деньги не нужны. Мама такой человек, она даже сказала бы, не нужно мне ничего, оставь себе все. Она бы рассказала бы, да, и все бы, а еще. Не, я не знаю, у кого какая мать, но... Моя мать бы никогда бы эти деньги не взяла бы, я думаю. Если подарок я сделал бы, она взяла бы. А так, если я маме своей дал бы, грубо говоря, даже 10 миллионов, она бы не взяла бы. Она сказала, лучше подарок сделать, чем бля, этот. Вот в подарке 10 миллионов сделать. 50 миллионов благотворительности отдал бы. Братан, я знаю таких, как вы, бля, которые 50 миллионов отдают благотворительность. Я бы отдал благотворительность единорогов. Спасибо. Ты бы себе еды на 50 миллионов купил. Задонатил бы тебе 2000 рублей. Бля, прикинь, у человека 100 миллионов, он 2000 задонатил. Спасибо. Долларов он сказал? Ни хрена себе, 2000 долларов. Я бы себе у каждого 6000. Не, если у меня было бы 100 миллионов долларов, что бы я сделал бы? Я бы, скорее всего... А, 100 миллионов рублей, не долларов. Я бы, скорее всего, купил бы дом за 5 миллионов, наверное, такой хороший, красивый. Потом купил бы себе среднюю машину, там, лямов 4. Среднюю машину. Среднюю. Потом, что я сделал бы? Потом бы купил бы пару квартир. Купил бы... Мечтать, алло. Я бы квартиру купил бы. Маме подарок сделал бы. Дедушке подарок сделал бы. Дедушке купил бы машину. Маме купил бы машину. Какую машину? Какой-нибудь Range Rover, например. Или же какой-нибудь Land Cruiser, блин. Я не знаю, что это. Права? Тоже купил бы. Ты дурак. Какие права у дедушки, блядь? Ты дурак, что ли? Он 40 лет, блядь, машину ездит, блядь. У него как... Ты знаешь, когда моему дедушке права дали, ты даже, блядь, не знаю, в этом не был. Даже в этом, в мыслях не было, чтобы тебя, блядь, да, зачать. Да, у меня даже есть права, но я твожу. А что ты тогда говоришь, блядь? Подожди, Акула, как ты 12 лет воешь, если тебе 12 лет назад было 12? А сам не забудь самое главное, волосы. И я бы выделил бы, еще бы, осталось бы у меня где-то 80 миллионов, и 80 миллионов рублей я бы выделил бы всем лысым пацанам, чтобы у них выросли волосы. О, это лучший поступок. На наращивание, да? Я бы нуждающимся в выстине... Я бы побрился. Всем людям, у которых есть озеро, я бы выделил бы, чтобы у них озера не было. Азам, ты бы на себя, получается, все потратил. Не в деньгах счастье, улыбка дороже.
Булахи, согласен, братан. Чат, все, что мы говорим, это всего лишь мечты, и всего лишь это угар. Я вам честно скажу, дело не в деньгах. Счастье бывает разное, брата. Я вам скажу, чем больше денег, тем больше вы их тратите. Поверьте мне. Шибек, чекайте, и когда у вас, я знаю, семья, которые зарабатывают на 10 тысяч. Семья, 10 тысяч. Это ниндзя. 10 тысяч в месяц, 10-15 тысяч, у них счастье больше, чем у тех, которые миллионы зарабатывают. Так что, братва, не в деньгах счастье. Что пишешь, ты задел мою семья. Семья. Что ты говоришь, этот, блядь, Акулковрик, кто это, блядь? Марс, что говоришь? Шибек пишет, ниндзя, это я, ниндзя, Азам, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Чё? Пидорас. Это ниндзя, походу. Ебанашка тупая, блядь. Это человек реально не удивляет, он все больше и больше унижается, блядь, я просто удивляюсь, блядь. Он проиграл? Марс, твой выход. Да, 4-3. Выиграл, проиграл. Проиграл бот, блядь. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст удачи и всем пока-пока.